Друзья, мы увидим одного из редчайших насекомых нашей Ленинградской области. Это жук-плавунец. Вот такой он большой и красивый. Вот. Оп! Вот такой большой. Обитает в небольших водоемах, спокойной тихой водой. Ну, в данном случае он, в общем-то, пытается жить в луже. Вполне успешно, правда, лужа — это не очень стабильное место обитания. Возможно, что ему придется переселиться. Ну, слава богу, тут совсем рядом, в нескольких метрах, есть тихая спокойная речка, где он сможет прекрасно существовать. Ну, вот такое красивое создание можно увидеть в обычной луже. Нельзя назвать эту лужу обычной, когда мы все знаем про нее.